Мы с Игорем сегодня говорим с вами о рынке, что нас ждет, как изменимся мы, какие мы будем после того, как мы выйдем с карантина. Кроме того, что мы будем немножечко разжиревшими. И действительно, вот те преобразования, через которые проходит страна и весь мир, они случаются раз в столетие на самом деле. И никто не понимает, ну, потому что опыта там в нашей истории не было. Только было, наверное, поколение, которое пережило Вторую мировую войну. Аналогичный. И поэтому вот такие темы, они вообще против, просто супер-супер актуальные. У меня это, я посчитал, у меня это пятый кризис. Он не выглядит страшнее, чем остальные на заходе. У меня это четвертый кризис. Ну, он, я не скажу, что он страшнее или менее страшный, он просто другой. Ну, у тебя не было, вот точно могу поспорить ни разу, чтобы там... Весь мир стоял, буквально самолеты не летали, в диковинку собираться людям в группах там больше 3 или 4 человек, привычки очень быстро, кстати, меняются, буквально, по-моему, позавчера IMF вышел, или вчера, ну, вот на днях IMF вышел с обновленным прогнозом по мировой экономике, -3%. Ну вот все известные мне кризисы, ну, не было таких цифр. Например, там развитые экономики в Европе 8-9 средняя цифра, Америка 6, падение, минус. Это при том, что, ну, это реально огромная экономика. А, нет, или это сейчас 8-9? Среднемировой прогноз до конца 2020 года 3%, при том, что Китай плюс 1, Китай плюс 1,5, Индия 2. Ну, а вот самая большая экономика мира, Америка, минус 6. Вот Украина, кстати, минус 7 пока что. Сейчас давай ответим по вторичке в центральных районах. У меня есть мнение. Я считаю, что лакшери практически не просядет. Более того, те, кто снимали, будут обеспокоены тем, что сегодня нужно платить аренду в кризис. И кто-то опять испугается, что нет своего жилья и пойдет в свое жилье. Я думаю, что не просядет дешевый сегмент. А просядет средний. Потому что его будут подпирать, по сути, себестоимость. А его себестоимость подпирать, нет смысла строить тогда. Снизу, да. Да, там маржа маленькая. У меня, кстати, мнение схожее, если мы про жилье говорим. Ну, то есть я уже сейчас, уже видно, очевидно, что ставки на жилье в Киеве упали там в разы. В 2, а то и в 3 раза. И, конечно, если брать вот одну обычный там инвестиционно-банковский подход, там, где ты годовую ставку умножаешь, там, грубо говоря, на коэффициент 8-10 и получаешь стоимость квадратного метра, или там стоимость аренды исходит из там, того, что стоимость метра ты делишь на 8 или на 10, то в этой логике, ну, скорее всего, тоже цены на квартиры упадут в городе. Но при этом я абсолютно согласен, что супер дешевый сегмент, скорее всего, ниже себестоимости не просядет.